Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас очень вкусная намазка на бутерброды или просто бутерброды с тунцом. Здесь у меня великолепный тунец в масле. Вот видите, сколько масла. Поэтому если у вас тунец в собственном соку, добавьте тогда ложку или оливкового масла, или хотя бы майонеза ложку, чтобы все это соединить. Так как у меня в масле, я уже ничего не буду добавлять такого. Вот. Такой великолепный тунец. Немножко размяли вилочкой. Дальше здесь у меня огурчик и яйцо отварное. Добавляем. И будем пробовать, сколько нам надо добавить. Так. Немножко посолим, так как огурец свежий. И добавим черный перец. Всю эту массу мы сейчас перемешаем и попробуем. Можно еще, наверное, огурчика добавить. Здесь у меня один такой небольшой огурчик. И немножко оставим для украшения. Наша великолепная намазка готова. Перекладываем ее в красивую тарелочку. Не забывайте подписываться на мой канал. Подробный рецепт, технология под видео, как всегда. Вот такая красота у нас вышла. Давайте берем любой хлеб. Мне сегодня захотелось использовать такие красивые лепешки. Как это делается? Еще добавлю для украшения желток, немножко свежих огурчиков и красота. Всем приятного аппетита. Я сейчас пробу сниму. Просто нет слов. Всем пока и до новых встреч!